Алло, хорошо слышишь? Да, привет, привет. Привет, как там дела? Что ты там? Да я нормально. Что вы там посылки отправили нам? Нет, Андрюш, девочку вот эту, которую собираете, а у них же там проблемы со светом, со связью. Ну, только договариваемся. Так а что вы? Ну, собирают, да. А когда вы договорились? Сессия, там, сессия пойдет. Когда? Ну, смотри, вчера ей написали, она на днях получит. Ну, это уже после Нового Ну, года, уже да? все, лед требуется. Начали искать, договариваться. Так а что вы там обмена ждали? Че шо вы там 24-го? Ну, 23-го, да, мы ждали, говорили, большой обмен будет 23-го, а никого вообще никуда не поменяли. А кто говорил? Да, у нас как-то все тихо шепчут, что будет был обмен 23-го и до 23-го. А у вас это где? В этой так называемой ЛНР? Не, ну я же в Москве. А, Москва. В Москве и в ЛНР, и в ДНР. Везде все про обмены говорили. А вы обращались к этому? А вы обращались к этому, к омбудсмену, так называемому ДНР? Да, ЛНР. ЛНР, и что говорила? Ну, она говорила, что она приняла письмо в работу, потом, что он в плену, и справку в части дали, что он... Понятно, на руках есть. Так а ты не хочешь там, может, не знаю, на Лубянку куда-то проехаться, сказать, что он как-то может поторопить? А кто это? Ну вы там намекайте, ну почаще, потому что так это будет длиться, я не знаю, но, я говорю, уже стоит все, уже весь месяц. Ну вот смотри, Андрюх, я их спрашиваю, как там можно по спискам, они говорят, это от нас не зависит. Вот, есть в списке, он в списках, все. А от кого зависит? Все и все. А? От кого зависит, не говорят? Они вообще ничего не говорят. То ли вас так запрашивают по-разному, то ли вас отдают по-разному, я не знаю как. Так а в Луганске? Наташа тебе говорит, сильно тебя обнимает. А, ей тоже. А в Луганске что? Ага, тебе... Что ты говоришь? Ты с Минобороны, когда говоришь, общаешься, или именно в Луганске так говорят? Ты Минобор... От меня с Минобороны в Москве не дерут. Постоянно. Ты пропала, повтори, пожалуйста. Минобороны, ты в списке в Москве стоишь. ЛНР тоже в списке. Ну, справку же не выдали на руки, что ты в плену. Все в порядке насчет этого. У нас вот таких со справками... Осталось только типа руки, я поменяю. Я понял. Просто ты видишь, в чем причина, что пацаны вон заезжают, 8 дней в плену сидят и меняются, понял. И тут как бы не угадаешь, получается. А они контрактник? Да кто мобилизованный, кто контрактник, кто, короче, бывший контрактник, кто... Ну, там по-разному. Ну, вот у меня такое чувство, что списки подставляются пальцем в небо, понимаешь? Вот просто ткнули пальцем, и все. Потому что половина ваших харьковских уже Ну, я же смотрю по харьковским, там 6-7-8 сентября взяли в плен. И вот я смотрю, когда их меняют, читаю списки проскакивают. Ладно, а сколько у тебя там человек в списке на посылку? 7. Ты Сережу, да, Деревянченко, ты дописала, и Вову? Да, Сергей, у меня деревянка нет, но... Деревянченко. Ну-ка, я тебе сейчас Все хорошо. Да, смотрите, Инна, а вот можете поставить камеру, чтобы видно вас было? Так а я на камере, я не знаю, что. Не-не, вы ее дергаете. А смотрите, у меня вопрос. А вот вы как мать, как относитесь к этой всей ситуации, которая сейчас происходит, вот с вашим сыном и так далее? Отрицательно. Как я могу относиться к этой ситуации? А вы понимаете, за что ваш сын воюет? Воевал? Я не понимаю. М? Нет, я не понимаю.
Я не понимаю, за что они там все воюют. Ну вот еще вот в Украине последние цифры обновились, 100 тысяч россиян погибло, да? И это большая удача, что мы сейчас все втроем разговариваем. А за что умерли 100 тысяч россиян? Вот понятно, насколько, я понимаю, вы находитесь в Москве. Понятно, за что умерли эти 100 тысяч? Россияне что говорят? Они ничего. Они боятся мобилизации. Не, ну вообще, вот россияне что говорят? За что здесь умирают, ну, как бы, их сыновья, отцы? Ну, по большей части, нас тоже не понимает и не поддерживает эту войну. Тут как бы два лагеря. Одни разделились, они поддерживают эту войну, другие не поддерживают эту войну. А за что там они умирают, по-моему, не знают ни А, ни Б.